А перед просмотром данного ролика я советую посетить мой магазин игровых аккаунтов. В общем-то, все товары вы сейчас видите у себя на экране, и их цены, кстати, тоже видите на экране, так что переходите, ссылочка в описании. Всем здорово, друзья, с вами Scratch, и сегодня я хотел бы вам показать вещи в Майнкрафте, о которых вы не знали. Да, кстати, ребят, я сразу извиняюсь, что я без скина, просто у меня нету интернета, а ролик все-таки записать надо. Ну что ж, готовы увидеть эти вещи? Та-дам! Эти вещи добавлены в Майнкрафт без модов. Но это не точно. Да, ребят, совершенно обычный любой человек может поставить себе эти вещи, не ставя никакие моды, никакие форджи и прочую фигню. Эта приколюха добавляет у нас холодильничек, печечку, раковину и статуэтку Стива в костюме. Давайте начнем с холодильничка. Холодильничек выглядит у нас вот так вот. Да, ребят, это обычный выбрасыватель, только выглядит он как холодильник, такими картинами висячими, типа магнитики. И я поставил здесь кнопочку, нажав на нее, мы получаем свининку, да. Давайте ее сразу заберу из холодильничка, и мы перейдем к печке. Вот так выглядит у нас печка, как видим, вот эта вот штучка серая, и она будет серая до тех пор, пока мы не начнем что-нибудь жарить. Выглядит печка, кстати, отпадно. Очень классно выглядит, мне очень нравится. Так же, как холодильник, вообще офигенно выглядит. Так, ну давайте мы начнем жарить. И как видим, когда мы жарим, вот такие вот штучки появляются на нашей печке. И это выглядит очень круто. Очень. И это обычная печка, и вот наша свининка. Если у вас есть сервер в Майнкрафте без модов, вы можете поставить, чтобы этот текстурпак устанавливался автоматически. И ваши игроки будут в шоке от того. В смысле? Как так? Печка? Как нет уже модов? В смысле, откуда печка? Да, это будет шок для них. И пишутся эти предметы в абсолютно любой интерьер. Так, здесь у нас раковина. Это загрузочная воронка. Вот, вот так вот, ребята, у нас выглядит умывальничек наш. Это очень офигенный умывальничек, тоже выглядит очень офигенно. Он состоит из березы и из темной ели. И четвертый предмет — это Стив с золотым блоком в костюме. Это губка. Да, ребят, это обычная губка. Вообще, самая обычная губка. И она ставится только в одну сторону. Сейчас давайте я даже скажу, куда. На юг. Глядит она постоянно на юг. Это небольшой минус, но все равно может вписаться в любой интерьер. Вот я взял кварцевые блоки, вот холодильничек вот в интерьере белой кухни. И вот эта вот плита, которая сейчас жарит, и вот это вот, это все будет выглядеть так бомбезно. Так, вот эту фигурку мы, пожалуй, снесем. Вот представьте, вот ваша кухня выглядит вот так. Без модов, ребят, без модов. Это вообще офигеть. Это вообще офигеть. Мы можем кнопочку, кстати, вот сюда переставить. Это очень круто. Все просто будут в шоке. А, у нас нету там еды, давайте что-нибудь туда положим и... Фшк. Супер. И самое главное, это работает на абсолютно любой версии Майнкрафта, где есть печка, где есть выбрасыватель и где есть воронка. Да? На абсолютно любую версию Майнкрафта, ребята. Ссылочка будет в описании. Ну а на этом все. Всем пока, ребят.